Можно включить еще раз, может, что-нибудь снять. Нет, нет. Спасибо, а ты услышишь?
Видео.
технические трудности, прошу прощения. Сегодня буквально выступит группа Bullline или по-русски Bullin. Bullin — это широко известный узел в среде альпинистов, скалолазов. Это узел, на который все уповают. Он всех связывает воедино, он крепко держит. Он при необходимости его можно легко перевязать. Ну, нам показалось, что это уместно, потому что, по крайней мере, я, Саша, Дима очень любим походы, нам это близко. Я думаю, все это знают. Вот, представлю участников сразу. Дима, Дмитрий Ивлеев, Бауран и перкуссия. Александр Павлов, гитара. Владимир Максименко, скрипка. И фидл, правильно говорить. Анастасия Скворцова, виолончель. Ну, я Олег Лекшин, ирландская волынка и рисунок. Спасибо.
гордость Ирландии, он Торлоу Кэрлан. Значит, он известен тем, что он был слеп, играл на арфе, путешествовал по Ирландии, и в тех домах, где его принимали, он в качестве благодарности сочинял замечательные произведения и дарил их хозяевам. И посвящал, так и называл, Планксти Ирвин, Планксти Элеонор Планкет. Планксти – это такое ирландское слово, которое означает «многоуважаемый». А мы сейчас сыграем произведение, которое называется «Carolan's Welcome». То есть, да, добро пожаловать. Что рилы называется, ну, рил, что изначально, это веретено. Может быть, это имеет смысл какой-то, что тоже так вращается быстро, и танец тоже стремительный и вращательный. Можно. Ну, можно. Прошу прощения. Thank you.
Спасибо. Сейчас прозвучит. Немножко расслабимся. Sleeping Tune. Спящая мелодия, наверное, можно прочитать гениального композитора, волынщика уже нашего времени. К сожалению, он рано ушел из жизни. По-моему, в 2005 году прожил немногим более 40 лет, но оставил после себя много прекрасных произведений. И вот то, что мы сейчас исполним, это, наверное, пример. Пример того, как простота, то есть гениальность в простоте. Вот, мне так кажется. Гордон Дункан, Sleeping Tune. Проверим. Gitarra должна быть.
несчастье. Надеюсь, нам это немножко удалось. Подальше нам будет. Что там у нас? Ваше. Шампанское. Сейчас прозвучит композиция, написанная современным исполнителем, тоже замечательным. Замечательным композитором Алаздаром Фрезером, популяризатором ирландской и шотландской музыки. Называется Theme for Scotland, то есть посвящение Шотландии. Thank you.
Табака Хилл, по всей видимости, какой-то танец. И автор задается вопросом, а можешь ли ты станцевать этот танец?
звонок! Я просто так. Они едут.
продолжаем нашу встречу. Сейчас прозвучат две композиции «Peace and Plenty» и «Hidden Chapel». Это тоже произведение современных музыкантов, композиторов. Есть еще немножко мест. Вот на лавочке. Да, лавочка вообще пустая. Да. Проходите, садитесь. Можно на пол. Прям. Вон два стула, а один с рюкзаком, один пустой. Вот он. Так. Серега, а этот микрофон, в принципе, не очень нужен, да? Я его пока вырублю. Нет, для песни.
первый джиг этой песни, и там речь идет о том, что две кумушки нас на кухне о чем-то там болтают, у них то селедка подгорела, то картошка замерзла. Вот. Вторая называется Munster Buttermilk, то есть мюнстерское масло, а третья называется Gendered Pretty Hole, то есть гусак в картофельной яме. Ну вот, я лично этого гусака слышу, я надеюсь, что вы тоже. Последние жиги. Последние жиги, да. А? 6/8. Та-та-та-та. Thank you.
кстати говоря, мы обещали саундтреки. Вот эта композиция, которая сейчас прозвучала, она звучит в фильме Стэнли Кубрика «Барри Линдон» об Ирландии. Какого, наверное, века 18-го, я не помню, 19-го. В общем, очень советую посмотреть. Очень интересно. Хотя, может, многие кто-то смотрел. Итак. Да. Обещали
немножко разнообразить наше инструментальное выступление песнями. Вот, и сейчас я приглашаю к нам присоединиться замечательную, неподражаемую Ксению Назарову. Технический перерыв небольшой. Пока немножко расскажу, пользуюсь случаем. К сожалению, не успел выяснить автора этой песни. Песня посвящается погибшим солдатам во времена Первой мировой войны. Для ирландцев и шотландцев это такой важный период истории. Наверное, как для нас Вторая мировая война. Вот, в песне речь идет о том, что некий человек путешествует по Франции, и он зашел на зеленое поле, и поле, на котором похоронены ирландские и шотландские солдаты, и он присел у одной из могил, читает, что вот там лежит Вилли Макбрайт, что он умер в 18 лет, и он с ним ведет беседу. Oh, how do you do, young Willie McBride? Do you mind if I sit here down by your graveside and rest for a while in the warm summer sun? I've been walking all day and I'm nearly done, and I see by your gravestone you were only 19 when you joined the great fallen in 1916. Well, I hope you died quick and I hope you died clean. Oh, Willie McBride, was it slow and obscene? Did they beat the drum slowly? Did they play the pipe lowly? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? Did the pipes play the flowers on the floor? Even a name forever enshrined behind some old glass pane. In an old photograph torn, tattered and stained, and faded to yellow in the brown leather frame. Did they beat the drum slowly? Did they play the pipe lowly? Did they sound the dead march as they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? Did the pipes play the flowers on the forest? The sun shining down on these green fields of France. The warm wind blows gently and the red poppies dance. The trenches have vanished long under the plough. No gas, no barbed wire, no guns firing now. But here in this graveyard, still no man's land, countless white crosses in mute witness stand. Till man's blind indifference to his fellow men, and the whole generation were patched and damned. Did they beat the drum slowly? Did they play the pipe lowly? Did they sound the march as they lowered you down?
And I can't help but wonder, young Willie McBride, do all those who lie here know why they died? Did you really believe them when you told you the cause? Did you really believe that this war would end wars? Well, suffering, the sorrow, the glory, the shame, and the killing and the dying, it was all done in vain. Oh, Willie McBride, it all happened again, and again, and again, and again, and again. Did they beat the drum slowly? Did they play the pipe lowly? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play the last waltz and chorus? Did the pipes play the flowers of the forest? Немножко на английском языке, немножко на родном. Передаю слово Александру. Неожиданная композиция будет Егора Летова в ирландской обработке. Преирландщинная. Thank you.
Спасибо. Теперь песня на ирландском языке. Айлин Дуин называется. Надеюсь, правильно. Сейчас отстроим. Хорошо, да. Раз, два, три, десять. Положено. Да. А меня отсюда хорошо слышно? Я себя слышу просто. Поэтому я тебя хорошо слышу. Технические трудности. У нас сегодня очень технически сложная задача. Мы одновременно пишем то, что происходит, мы одновременно транслируем в YouTube и, конечно же, для вас выступаем. Если позволите, я останусь там, где нахожусь. Не буду никуда передвигаться. Во избежание технических трудностей. Так, мне нужно переставить. Я тогда пока расскажу про песню. Перестраиваемся. Я, оказывается, уже, да. Песня о реальном персонаже, капитане дальнего плавания, который в 788 году, да, к сожалению, потонул. Его супруга, тогдашняя графиня, она, собственно, этого не выдержала, и пучина себе поглотила ее в один момент. И песня о том, что она пойдет за ним в любом случае, что бы его ни окружало в данный момент времени. И долгая, на самом деле песня очень длинная, мы ее подсократили. Описание того, что же он видит там на дне морском. И все время, что бы ни было, я пойду за тобой. А еще к нам незаметно присоединился Маша ручкой Сергей Азаров. Электрогитара. Еще один сегодняшний наш участник. Thank you.
А эта песня, между прочим, звучала в фильме «Роб Рой». Надеюсь, смотрели все. С Лиэмом Нисоном и Тимом Ротом. Потрясающий фильм. Те, кто вот не выносит до конца смотреть «Брейвхарт», очень тяжело смотреть на конце там. Вот. «Роб Рой» — это отличный вариант, потому что там заканчивается все хорошо. Тоже про шотландцев. Там, с волынками, с драками, все как надо. Звучала в фильме «Последний из магикан». Thank you.
Спасибо. А сейчас угадай мелодию. Тоже саундтрек кинофильма. То с четырех мелодий. С трех. С трех. С четырех. А, прошу прощения, мне надо перестроить дом. То сейчас опять без них сыграю. Thank you.
угадал. Да. Спасибо. Спасибо. Кстати говоря, композитор Джеймс Хорнер, тот же, что написал музыку для «Титаника», для «Аватара», «Мальчик в полосатой пижаме», ну, в общем, такие знаковые голливудские фильмы. К сожалению, ушел из жизни несколько лет назад. А мы подошли к концу нашего мероприятия. Поэтому, если не будет криков бис, мы вам еще одну штуку сыграем. Зита The Bubbleman и High Drive. Уже сегодня упоминалось имя композитора. Гордон Дункан написал эти довольно интересные и необычные для шотландской и ирландской музыки произведения.
Спасибо большое. Я с удовольствием встал, было очень трудно. Спасибо за внимание. Теперь творческое общение. Так, а картинку не потеряли?